В Австрии создана специальная полицейская группа, которая будет заниматься расследованием дела о сексуальных домогательствах в центре Инсбрука. Полиция разыскивает группу мужчин-иностранцев в возрасте от 19 до 25 лет, которые сексуально преследовали женщин в новогоднюю ночь. Правоохранительные органы обратились 19 женщин. Сейчас полиция продолжает обыски во всех приютах для беженцев. Есть вероятность, что преступники из этих районов проверяются приюты по всему Тиролю. Камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать некоторые атаки, однако из-за низкого качества записи установить личности нападавших пока не удалось. Предполагается, что они были выходцами из Южной Азии либо Северной Африки.